Всем тыквенный привет, с вами Дрим. И как вы поняли уже по названию и началу данного видоса, сегодня, ребятки, я к вам с плохими новостями. Сегодня на официальном YouTube канале корейской версии PUBG Mobile, в которую многие, в принципе, играют, да, где там хороший дроп, годные скины бесплатные падают и так далее, в сообществе появился пост, где разработчики корейской версии объявили о нововведениях, которые ожидают игроков именно на корейской версии в ближайшее время. И там есть, конечно же, информация о бане. Это не кликбейт, ребятки. Так что смотрите до конца, но для начала хотел бы всех вас поблагодарить за вашу поддержку, за вашу подписку, ребятки, потому что именно благодаря вам мы медленно, но уверенно движемся к цели в 300 тысяч бойцов до лета. Так что если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь прямо сейчас, потому что только здесь самая свежая информация. В общем, вот таким вот образом выглядит пост, ребятки. Я на всякий случай оставлю вам ссылочку в описании на корейскую версию, если вы хотите сами это проверить, не проблема. И, в общем-то, здесь все, конечно же, на английском, но благодаря подписчикам с телеграм-канала, огромное им спасибо. У меня есть годный перевод данной информации. Ну, я с английским, как говорится, на вы. Но все же, мне помог подписчик. Кстати, ребятки, переходите на телеграм-канал. Там всегда самая свежая и полезная информация. Допустим, о бане ребята узнали еще в обед. Поэтому ссылочка в описании. Переходите на телеграм-канал, подписывайтесь. Но мы давайте перейдем все-таки к информации, ребятки. Что у нас объявили разработчики корейской версии? Первый пункт. С 1 мая 2021 года пользователи из Кореи или Японии, которые входят в систему с учетной записью сборки KR, то есть имеется в виду корейский клиент, я буду так говорить, корейский клиент, чтобы вам было легче понять, да, не могут производить оплату в этом корейском клиенте. То есть, если вы не находитесь в Корее и играете именно через корейскую версию, а вы знаете, что игроки с корейской версии могут с нами играть, ребятки, то, к сожалению, вы не сможете уже туда донатить. Ну окей, донатить как донатить, там все равно годный дроп и бесплатно есть, да. Давайте посмотрим на второй пункт, ребятки. С 1 мая 2021 года пользователи из Кореи или Японии, которые входят в систему с учетной записью корейского клиента, могут обнаружить проблемы с сетью во время игры. Как это понимать? Все просто, ребятки. Если вы конкретно, да, вот играете в корейскую версию, потому что я знаю много игроков, которые там играют, потому что там, повторюсь еще раз, годный дроп, именно лут очень годный из кейсов. Мифики просто у всех, я видел именно у каждого второго есть мифики. Если вы играете именно в эту корейскую версию, то после 1 мая у вас будут проблемы с сетью, ребятки, во время игры. Я так понимаю, будет высокий пинг, и остальные именно, в общем-то, последствия, да, которые появляются у нас, когда проблемы с сетью. Но и это еще не все. С 30 июня 2021 года пользователи из Кореи или Японии, которые входят в систему с учетной записи корейской версии, больше не могут входить в систему. Вот так-то, ребятки. То есть, с 30 июня полностью закрывается доступ, как я понял. Если я вдруг ошибаюсь, ребятки, напишите в комментариях. Ну вот, перевод, ребятки помогли, в общем-то. Да и уже везде в иностранных пабликах появилась эта информация о том, что все, корейская версия закрывается, ребятки. Но здесь есть небольшое исключение, да. Для пользователей, проживающих в Индии, три верхних изменения вступят в силу с 30 июня. То есть, то, что они сказали, там произойдет именно с 30 июня, если вы, допустим, с регионом Индия, как я понял. Ну и сразу же, конечно же, объяснение, ребятки. Обратите внимание, что все эти изменения предназначены для улучшения обслуживания и не имеют ничего общего с неравенством или дискриминацией. Для удобства мы предлагаем пользователям из Кореи или Японии использовать вашу локальную или глобальную версию. Ну, в общем-то, вы поняли, да? Все, у кого корейская версия и не находится именно в Корее, всем предложили, как говорится, ребятки, ноги в руки и идите в глобальную версию. Вот такая вот информация. Если честно, я изначально не поверил, когда мне скинули скрин, но я подписан на YouTube канал именно корейских разработчиков, и я сразу же туда зашел, и в принципе пост на месте, ребятки, то есть пост есть, и это именно официальная инфа, потому что это именно официальный канал корейских разработчиков, там чаще всего выходят именно утечки, допустим, обновлений, там первый постер Royal Pass'а можно найти очень часто там перед тем, как он появится везде в утечках, поэтому данной информации, ребятки, конечно же, стоит верить. Ну и здесь дальше уже написано, что, пожалуйста, обратите внимание на нашу информацию, так как другие изменения в услугах могут быть внесены позже.
В общем, ребятки, вот такая вот информация, вот такие вот новости. Я, если честно, не знаю, как реагируют ребятки. Да, у меня нету корейской версии, я играю, как и остальные, ну, как большинство, да, именно в глобальной версии, но я знаю очень много бойцов, которые именно ушли в корейскую версию из-за хорошего дропа, и, в принципе, у них там очень сочные аккаунты, там мифики и так далее. Ну и сейчас, ребятки, вот такая вот ситуация. То есть, все, у кого корейская версия, ребятки, готовьтесь, потому что 1 мая вы уже будете встречать определенные проблемы, там проблемы с сетью, с донатом и так далее. А вот с 30 июня наши полномочия, как говорится, все. Не знаю, эта информация появилась просто как гром среди ясного неба, потому что, ну, никто такого не ожидал, ребятки, да. Все играли, кто хотел, играл на глобальной версии, кто хотел, играл на Корее. И понимал, что, допустим, аккаунт, ну, немного стоит, да, если, допустим, ты на корейской версии, потому что выбить мифик там, ну, достаточно легко. А тут вот такая вот ситуация. В общем, я решил вас оперативно предупредить, ребятки, чтобы вы знали, что как бы в ближайшее время могут возникнуть у вас проблемы. Я не знаю, как это вообще внедрят именно в игру, да, как будут эти ограничения появляться. Может появятся какие-то снова же пути обхода, потому что, ну, часто такое бывает, да. Но я думаю, нет смысла надеяться на вот такие вот варианты, да. То есть, что можно как-то обойти эту блокировку и так далее. В общем, решать вам, ребятки. Мое дело вас предупредить, конечно же, предоставить вот подлинную информацию. Повторюсь, ссылка на YouTube-канал именно корейских разработчиков есть в описании. На пост я не могу оставить ссылку, потому что, ну, там невозможно ставить ссылку на пост. Но если вы перейдете по ссылочке и просто откроете их сообщество, найдете именно последний пост, где есть, в принципе, эта информация. Она есть на корейском языке и на английском. Если вам нужно на русском, вот, пожалуйста, пример можете взять с экрана. Ну и на этом, в принципе, все, что я вам хотел сказать, именно то, что связано с корейской версией. Кстати, я думаю, многие заметили, что на фоне был мой геймплей на карте Каракин, потому что вчера был стрим на канале, где мы вместе с вами играли весь вечер просто кастомки на карте Каракин. Также планирую завтра, ребятки, запустить такой же стрим, поэтому, если вам будет интересно, есть желание поиграть на новой карте, пока она еще не вышла, она выходит 7 числа, если вы вдруг не в курсе, то приглашаю вас на завтрашний стримчик, ребятки, будем катать кастомки, будут еще и призовые кастомки. В общем, скучно вам точно не будет. На этом, в принципе, как я уже сказал, видос заканчивается. Если он был полезным и информативным, влепите лайкосик. Если вдруг у вас есть друг, который играет на корейской версии, поделитесь с ним этим видосом. Также подписывайтесь, ребятки. Ну а с вами был Dream, всем топ-1.